Привет, друзья! Сегодня совсем нет времени на вступительную речь, поэтому если у вас какие-то вопросы возникнут во время фарма, просто напишите в комментах, я вам отвечу. Меня зовут Дима, это канал для фарма опыта Fortnite. Подписывайся, ставь лайк, прожимай колокольчик, я покажу, что подготовил для тебя. Заходим в поиск, в поисковую строку, вводим код 3347 1809 3742, нажимаем Enter, нажимаем на картиночку, выбрать и обязательно ставим частный режим игры. После этого нажимаем «Играть», и пока грузится карта, заходим в магазик, здесь нажимаем «Поддержку автора», вводим сюда код «G-App», нажимаем «Поиск». Это мой код автора, он фиксируется в вашем магазине предметов, и с этого момента за все ваши покупочки компания P-Games будет делать небольшое отчисление, потому что я их партнер. Спасибо вам за такую поддержку, друзья. Смотри, когда заспавнились на карте, забегаем вот сюда в телепорт. Потом нам нужно с тобой здесь найти вот этот третий плакат с левой стороны и рядом с ним нажать кнопочку. Нажали кнопочку. Теперь подходим вот к этому плакату. Смотри, на нем есть XP. Нажимаем на сам баннер, выбрать и ждем загрузочку. Сейчас будем фармить на этой карте опыт. Загрузились на карте. Теперь, друзья, пробегаем вот сюда вот к вот этим двум плакатикам, чтобы нажать первую кнопочку, которая периодически будет насыпать нам опыт. Вот между ними внизу есть эта кнопочка. Нажали, дали 164 опыта нам и будут так периодически насыпать. Теперь пробегаем вот к вот этой тумбочке. Тумбочки, кабинки для переодевания. Запрыгиваем на кабинку для переодевания. Здесь нажимаем коротенькую любую эмоцию. Пробегаем потом вот сюда к надписи Twitch. И под буквой B, вот по вот этой линии, пробегаем, не добегая чуть до стенки, подпрыгиваем, чтобы зацепиться за невидимый выступ. На букве O находим кнопочку Secret Location. Вот видите, я чуть-чуть подвинулся вправо, чтобы быть почти под ней. Нажимаем эту кнопочку, телепортируемся в локацию, вот сюда берем граплер и нажимаем кнопку под таймером, чтобы запустить его. Пока будет идти таймер, не забудьте присоединиться к моему Discord-каналу, ссылочка на который сейчас в виде QR-кода на экране у вас. Есть ссылка в описании видео и в описании профиля. Обязательно залетайте туда. Во-первых, там есть магаз, в котором сейчас самые приятные цены на рынке. Во-вторых, там есть много интересных каналов, можно найти тиммейтов, друзей. И, друзья, немаловажно, я там периодически провожу розыгрыши. В субботу на стриме разыграл подарок за 1700 V-баксов из магазина предметов. Так что, всех жду. Так, друзья, таймер закончился, включился АФК опыт. Бежим вот сюда, за этот розовый домик. И вот здесь внизу нажимаем кнопочку сзади. Теперь бежим за вот эту вот башню с часами. О, блин, начисляется сразу опыт на аккаунт, офигеть. Надо зафиксировать, мне надо было 70 тысяч сейчас до... Да, чуть больше, даже 70 тысяч. Ну ладно, 70 тысяч до 184 уровня. Давайте зафиксируем, чтобы понять, сколько зафармим. Не починятся они никак. Вот здесь за уголочком, получается, за башней вот этой. Нажимаем еще одну кнопочку. Окей. Теперь... Запрыгиваем на крышу этого дома. И на уголочке вот здесь нажимаем следующую кнопочку. Вот к этому дереву идем теперь. Вот здесь на коряге нажимаем кнопку. В центральный дом теперь забегаем внутрь. Пробегаем вперед. И налево спускаемся здесь в конце. Друзья, вот эта кнопка, которую я сейчас покажу, она проблемная. Я еще карту все никак не обновлю. Ее очень сложно нащупать. Она вот здесь внутри есть. Нужно встать прямо напротив вот этой вот стеночки, вот так вот в упор. И вот так вот поискать кнопочку эту. Может чуть левее подвинуться, чуть-чуть правее. То есть поискать вот так вот, попытаться нащупать ее. Она здесь есть. Вот у меня сейчас не получается. Видите, обычно получается, а сейчас не получается. Не могу. Короче, тут если кто-то сможет нащупать, то еще сможет дополнительно неплохой бонус к опыту получить. У меня не получается нифига. Можно еще вот так вот чуть
говорили, побить по шкафу, и как-то там лучше становится. Но не помогает. Ничего, скоро обновлю карту. Просто ее надо будет калибровать заново, поэтому я пока не обновляю, чтобы вы могли на ней лутать опыт. Потому что сегодня, вот, например, я не смог найти ни одной адекватной карты, на которой бы не обновили через час код, который можно фармить опыт. Ладно, забили. Если не получается, забейте просто. Поднимаемся наверх. И нам нужно забежать, вот если к входу подойти, вот мы зашли в это здание, направо повернули, поднимаемся вот сюда наверх и поднимаемся еще раз по ступенечкам наверх. Здесь возле стула с столиком есть окошко, на котором кнопочка. Нажимаем эту кнопочку. Теперь по кругу есть у нас вот такие бочки, на которых по 5 раз надо каждую кнопку нажать. Все, нажал по 5 раз каждую кнопочку. Еще раз попробую помучить эту кнопку на стеллаже, потому что она, конечно, дает неплохо опыта. Жалко будет ее упустить. Давайте, если... А вдруг получится? Вот смотрите, у меня прокачался уровень. Говорит о том, что 70 тысяч точно уже залутал я на этой карте. Ладно. Поднимаемся, короче, обратно, выходим наружу, не получается найти, и идем за дом. За домом, вот здесь вот, вон там у нас таймер находится, за домом, вот в этом уголочке нажимаем кнопочку Rift плюс XP Boost. Нас переносит в локацию с таймером на 5 минут. Через 5 минут здесь включится буст к опыту. Смотрите, пока мы в этой локации летаем, считайте, тут 80 тысяч было, да? Не 79, 80. Просто зафиксируем, сколько мы сейчас получим за эти 5 минут времени опыта. Так, смотрите, за время, пока мы прыгали, у нас осталось вот 63 тысячи до 185 уровня. То есть мы залутали сейчас здесь 16 с половиной тысяч. Просто за 5 минут. И сейчас включился еще буст, посмотрите. Насыпает уже 6, почти 8 тысяч, 10 тысяч, 12. Еще плюс 12 тысяч, каждые 5 минут буст включается. То есть, посмотрите, 40 тысяч, 30 тысяч опыта мы почти залутали, 29 тысяч мы залутали за 5 минут. Все, друзья, в итоге получается было 70 тысяч и здесь 30, 100 тысяч опыта я забрал с этой карты. Отличный результат, учитывая то, что еще можно подождать 5 минут, еще порядка 12 тысяч залутать. Вообще очень даже неплохо. Но у меня нет времени, я должен сегодня ехать в музей с детьми, поэтому буду быстренько сейчас монтировать, выкладывать, чтобы вы могли пользоваться этим фармом. Всем пока, классного дня!